за доставку? Сколько я вам должен? Спасибо, брат. Ой. Вообще-то, мог бы и сам невесту до дома донести. Уже жену. Любовь моя, ты знаешь, какая у меня больная поясница. Ой, да знаю, знаю. Ладно, наконец-то. Да. Наконец-то дома. Слушай, я думала, эти гости никогда не разойдутся. А что? Ой, как хорошо. Очень хорошо. Ну что, Вовочка? Что? Я понимаю, все устали. Но, как ни крути, первая брачная ночь. Традиция, все такое. Давай. Давай, главное сейчас собраться и вспомнить. Да. Помнила за это. Руки мы помыли. Средство защиты. Ну, молодец. Я бодряк, я сейчас так. Что у нас тут? Это розовое, это не то. Это с пупирышками, это больно. С усиками. Я вспомнил! Сегодня же дерется усик. Включаем телевизор, быстро! Вова, какой усик? Ну, первая брачная ночь. Ну. Ой, да проси, моя. Давай без звука посмотрим. Вова! Да, какой там усик, да. Конечно, первая брачная ночь. Ох, сейчас тут будет разрыв. Сейчас тут... Ну что? Ну что, давай? Давай. А почему ты не хочешь? Почему не хочу? Я же сказала, давай. Серьезно? Да. Мне просто послышалось, нет. Я-то просто очень хочу. Ну, я тоже. Не, если ты не хочешь, не надо под меня подстраиваться. Так я же да. Ну да, тогда. Ну вот и все. Ну вот и все. А где пульт? Вова! Забыл, извини, моя любовь. Да. Мы же теперь в новом статусе, муж и жена. Давай начнем. Господи, как хорошо. Мамочки, какое наслаждение. И все? О, да. А в этом смысле? О, какой кайф. Супер. Слушай, ну я вся дрожу прям. Я думаю, это торт. Меня тоже поташнивает. Да нет, я о том, что раньше рядом со мной ты тоже весь дрожал. Ага. У тебя были влажные ладони. Не проблема. Иди ко мне, моя любовь. Вова? Да. Поставим будильник? Конечно. Надо же не проспать. Ну да. После этого бурного веселья. Я поставлю на 7:30. Хотя нет. Ночь обещает быть долгой. На 7:35. Ну что? Принеси мне шампанского. Шампанского? Да. Конечно, конечно, конечно. Холодненького? Холодненького, да. Из холодильничка. Я взял шампанское, котлетку. Вов, ну куда ты котлету на ночь ешь? Ты знаешь, сколько там калорий? Ну мы же собираемся их сейчас сбросить. А ну-ка, шампанское дай мне. На, я прямо сейчас начну сбрасывать калории. Хоу! Ну как? Класс! На кого я похож? На кого? Я кокусик. Кокусик? Кокусик! Это ты в том смысле, что ты там по 40 минут сидишь? Я кокусик! Кокусик! О, боже, извини! Да, боксер, иди сюда, мой чемпион! Иди! Так, собака, не ты чемпион, я чемпион! Иди отсюда, чемпион! Так, ну что? Нет, Вова, ну подожди, ну теперь у тебя руки котлетами пахнут. Это не проблема. Чемпион!
Так, ну все, иди отсюда. Хорошо, я с удовольствием. Нет, Вова, ты иди сюда. Да, извини. Ну что? Ну что? Может, поиграем? Игры я люблю. Мелитополь. Тебе на «Л». Да нет, Вов. Не та игра. А какая? Догони меня. А? Эротические. Поймай меня. Ну-ка. Ох, я сейчас тебя догоню. Не поймаешь? Я прямо пантера. О, да ты тигр. Я тигр. О, я чувствую прямо тучи сгущаются. Сейчас тут всю мебель разрушим. Ты прямо как ураган Ирма. А, да. А я как ураган Мэтью. Ох, держись, Орландо. Давай в другую сторону. Ой, подожди. Фух, что-то меня укачивает. Фух. Ну что, зайчик, продолжим? Слушай, ты можешь не называть меня такими словами сладкими, зайчик? Я хочу жестких слов, как в голливудских фильмах. Так, чтобы ты меня прям грязными словами оскорбила. Грязными хочешь? Ну хорошо, жматяра. Нет? Алкаш. Это не очень пока. Ну ладно, иди сюда, мой рукожопик. Рукожопик мне не нравится. Лох не надо. Лошок. Сядь, моя любовь, сядь. Послушай, дорогая, я сейчас подумал. Послушай. Да, я понимаю, брачная ночь – это важная церемония, но нигде же не сказано, что секс должен быть именно в эту ночь. Ну да. Ну чем мы напрягаемся? Давай посмотрим в нашу записную книжку, в календарь и найдем свободное интимное окошко. Слушай, точно. Это потрясающая идея. Так. Так, ну значит, что, может, завтра? Ну, завтра, пока мы выспимся. Ну да. Да. Хорошо. А может быть, в четверг? Так в четверг же у тебя банный день. Святое. Да. Так. А что у тебя в пятницу? Слушай, а у меня пятница свободна. И у меня в пятницу свободный день. Слушай, так может быть, пускай и будет свободный день? Логично. Конечно. Отдохнем. Конечно. Да, ну тогда придется сегодня. Да. Ну давай, расскажи мне, что ты сейчас со мной сделаешь. Ох, сейчас начнется. Я сейчас, главное взбодриться. Сейчас я нападу на тебя. Я сорву себя одежду. Потом я что-то еще придумаю. Вова! Ах, рубануло меня! Вова, ну так нельзя. Да. Ну надо как-то взбодриться. Давай быстрее. Быстрее. Подожди, Лен. Подожди, дорогая. Ну что мы с тобой как эти малолетки? Тупые. Нам только надо... Не надо. Мы же умные, интеллигентные люди. Давай... Представим на секунду, что мы как бы это уже сделали, и уже лежим кайфуем. Мы уже получаем удовольствие. А потом второй раз, ты же знаешь, по накатанной пойдет. Точно. А? Ты молодец. Давай. Давай. Так, ну как будто все было, да? Да. Ух, супер. Класс. Слушай, ну ты зверюга. Ну так и... Ну что, может повторим? Не, мне одного раза достаточно. Вова, что? Что значит достаточно? Ты обещал. А, да, прости. Знаешь что, я понял, Леночка, я понял. Смотри, я сейчас на всякий случай выпью одну таблеточку, чтобы был ураган. Ой, я возьму таблеточки, у меня какая баночка. Ой, берем, я боюсь там, уже. Ну что? А я сейчас еще одну таблеточку возьму. Вторую, чтобы наверняка. Вова, мне страшно. Тихо. Ну? Знаешь что? Давай я посмотрю на инструкцию. Может, три таблеточки можно? Ну давай скорее. Ага. Сейчас я вооружусь. Твою мать! Это не те таблетки.
Что ж, дорогие любители бокса, я вас поздравляю. Александр Усик – новый чемпион. Ладно, залезай, чемпион. Давай. Оленочка, любовь моя, идут страшные сокращения. Боже мой. Да, Леночка, мне на работе урезали зарплату. Это кошмар. Я сел, подсчитал наш семейный бюджет и понял, я всех не прокормлю. В смысле? Сейчас ты все поймешь. Кого-то нашей семье нам придется сократить. То есть, как это? Леночка, нет денег на всех. Кого-то придется из нашей семьи выгнать. Но ты хозяйка. Ты должна принять решение, кто это будет. Твоя мама? Или моя собака? Ты должна решить, только ты сама, не я. Кто от нас навсегда уйдет? Вон. Тамара Алексеевна? Или Бобик? Вов, это вообще очень странный вопрос. Понимаю. Мне кажется, тут все очевидно. Кому нужно это старое беззубое существо? Я даже не думал, что ты так быстро согласишься. Тамара Алексеевна, собирайте чемоданы! Да нет, Вова! Нет? Перестань. Я не Ты что, не понимаешь, о чем я говорю? О чем? Как ты вообще можешь их сравнивать? Ну, сам посуди. Глисты, лишай, неприятный запах из пасти. Фу. Да, ты забыла еще про ее склероз. Вова. Да. Не надо, я прошу тебя. Лена! Не начинай. Я знаю, это сложно. Посмотри на меня. Мы все не вечны. И Тамара Алексеевна, и Бобик когда-то нас покинут. Ты понимаешь, но если в случае с Бобиком мы просто его закопаем. За домом в ямке, то... Нет, конечно, ты можешь сказать, что мы можем так поступить и с твоей мамой. Ну какая ты после этого будешь дочь? Как тебе это вообще в голову пришло? Ты извини, пожалуйста, ты сейчас в своем уме? Я да. А вот мама... Ты обратил внимание, что в последнее время мама расклеила. А знаешь почему? Почему? Расслабилась. Да. Ее нужно отправить в естественную среду, на природу. Ты сейчас на что намекаешь? Я не намекаю, понимаешь, когда нужно бороться за кусочек черствого хлеба в луже, про артрит быстро забываешь. Да. Нельзя вот так взять и маму сразу отправить на улицу. А мы не будем сразу. Пусть сегодня переночует. Я имею в виду, давай ее отправлять постепенно. Знаешь как, сначала постелим ей на тряпочке в коридоре, затем постелим у двери, затем за дверью, затем снова за дверью. Ой, какой ты великодушный. Не, ну уже стелить не будем. Вова, перестань. Как можно маму вообще выгнать? Да мама всем нужна, вот без собаки как раз можно обойтись. Некорректное сравнение. Вот давай сегодня ночью выгоним их обоих на улицу. Как ты думаешь, у кого больше шансов, что его кто-то подберет? Вот, ну ты что, ну серьезно, ты с ума сошел? Надо выгнать Бобика, это однозначно. Кстати, недавно он мою маму укусил. Я не стану выгонять собаку за то, что она исполняет все мои команды. Что-что? Ну иди, что? Что ты сейчас сказал? Тебе показалось. А, да. Ну ладно. Вовочка, давай знаешь что? И что? А присядь. Давай. А давай знаешь, вот не будем принимать поспешных решений. Это правильно. Да, обсудим все плюсы и минусы. Давай. Сравним их. Вот, давай, ну, давай. По-честному. Плюсы и минусы. Да, давай. Давай. Вот начнем с Бобика. Так. Твой Бобик очень громко храпит. Но это скорее плюс, чем минус. М? Ведь когда храпит Бобик, не слышно, как храпит мама Тамара. Ладно. Да. А ничего, что твой Бобик погрыз нам всю мебель. И вчера, кстати, мои туфли новые, дорогие. Леночка, ты знаешь, еще непонятно, как в этой ситуации вела бы себя Тамара Алексеевна, если ей было бы чем грызть. Ну, я
я вообще я не понимаю, ты серьезно? Понимаешь, что мама это человек, человек разумный. Фу, Бобби гораздо умнее. Да, с чего ты взял? Во-первых, он не голосовал за Януковича. Началось. Во-вторых, Бобик не станет перекрашивать свою шерсть в фиолетовый цвет. В-третьих, Бобик выполняет команду «Умри». А Тамара Алексеевна нет. Не может и не хочет. Хотя я ее просил «Умри». Боба. Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Какие команды? Почему моя мама должна их выполнять? У тебя, видимо, закончились аргументы, а нет, да? Нет, нет, вот скажи, пожалуйста, какие у Тамары Алексеевны есть награды? Какие? Никаких. А у Бобика есть медаль за спасение утопающего. Хотя, если бы он тогда не спас утопающего, сейчас не надо было бы выбирать, кого выгнать. Бог, ну не надо это вспоминать. Почему? Мама тогда чуть не утонула. Человек боится воды. Да, судя по счетчику, этого не скажешь. Что? Да. Слушай. Что? У твоего Бобика блохи. От кого они передались? Не факт. Слушай, да. Да. Да когда мы с тобой на работе, мама что делает? Что? Она готовит, убирает, стирает. Лена, ты целый день на работе. Откуда ты знаешь? Может быть, это все делает Бобик? Конечно. 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 Ты понимаешь, что мама, как никто другой, помогает мне по хозяйству. А Бобик мне помогает по бизнесу. Интересно. Да, налаживает новые связи, когда я с ним гуляю на улице. А когда я гуляю с Тамарой Алексеевной, думаешь, хоть кто-то подошел и сказал, какая у вашей мамы холка? Какой у нее здоровый вид? А давайте вашу маму сведем с нашей дедушкой, а? А щенков поделим пополам, никто. Так хватит. Чего ж тогда твой Бобик такой распрекрасный? Вчера мои новые сапоги надудолил. Лена, они с мамой вдвоем были дома. Не факт, что это сделал Бобик. Вова, что? Перестань, пожалуйста, оскорблять мою маму. Мне вообще непонятно, почему мы их сравниваем. А потому что мама твоя давно подсиживает моего Бобика. Это вообще бред. Бред? А почему вчера вечером твоя мама делала вот так весь вечер? Как? Да просто... Просто мама потеряла пуговицу и базачков не могла найти. Она искала мой хвост. Ты что, не понимаешь, Лена, или нет? Ты что, это уже? Еще не все, Леночка. Как можно сравнивать Бобика и твою маму, а? Бобик каждое утро подбегает, лижет мое лицо. Ну-ка, припрятан у Тамары Алексеевны подобный козырь. Бобик знает свое место, а твою маму можно встретить по всей квартире. Да, зато мама моя, в отличие от твоего Бобика, извини, конечно, свои какашки не ест. Да? А как же то, что она готовит? Так, ну все. Я думаю, хватит на сегодня. Да? Ты знаешь, Вовочка, у меня есть прекрасное решение этой проблемы. Ну-ка. Да, а давай оставим все как есть, а выгоним тебя. Меня? А что? Ну вы же с Бобиком очень похожи. Чем мы похожи с Бобиком? Ну как чем? Оба едите без приборов, прямо со сковородки. Я уже не говорю о твоих когтях на ногах. Да, и плюс ты тоже пес сторожевой породы. Это же надо на даче до туалета 30 метров. Но нет, ты как настоящий хозяин дал понять всем самцам в округе, что это твоя клубника. А как Бобик будет деньги приносить домой, а? А ты думаешь, он будет хуже тебя охранять стоянку? Значит так, мы оставляем тебя, Бобика, и меня, маму, на выход. Да, ну тогда сам я об этом и скажешь, да ясно? Да с удовольствием, с удовольствием. Тамара Алексеевна! Да-да-да. Идите сюда. Тамара Алексеевна! Мамочка. Значит, я принял серьезное решение. В нашей трехкомнатной квартире с видом на Днепр мы оставляем собаку. Что скажете? Мамочка, ну, что ты молчишь? Вах! 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 Молодец, Тамара! Вах! Вах! Вах!